27 декабря сотрудники МЧС отметили профессиональный праздник. Их всегда отличали мужество и готовность к самопожертвованию ради спасения совершенно незнакомых людей. За минувший год было совершено более 380 выездов на поисково-спасательные работы. Спасено более 100 человек. Потушено более 280 пожаров. Каждый день работы спасателя оцениваются самым дорогим – спасенными человеческими жизнями. Память тех, кто погиб при выполнении служебного долга, собравшиеся почтили минутой молчания. На торжественной встрече сотрудники МЧС автономии приняли поздравления от областной и городской власти. Особо отличившиеся сотрудники были награждены медалями за добросовестную службу, а также благодарственными письмами и почетными грамотами. За прошедшие 26 лет сотрудники МЧС не раз на деле доказывали свою эффективность и надежность. Успешно провели сотни спасательных операций как на территории нашей области, так и на территории Дальневосточного федерального округа. И в любых ситуациях действовали грамотно, слаженно и оперативно. Часто, рискуя жизнью, спасатели и пожарные первыми приходят на помощь во время пожаров, дорожно-транспортных происшествий и других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф.